Все у меня. О-о-о-о, друзья, смотрите, смотрите, что происходит. Ух ты, блин! Ого! Большая, нет? Ну что ж, друзья, уху приговорил, все, помыл, все приготовил. Эта штука непонятно откуда-то. Какая-то смола. Вот. Рыбка коптится. Буду показывать вам вообще процесс. Камера заряжается. Что еще хочу сказать? Ну классно, классно. Во, как. Сейчас скоптим рыбу. Зальем костер. Прям хорошенько зальем, прям сильно-сильно зальем. Прям. И отправимся на проверку. Давайте смотреть, что там у нас вышло. Мне кажется, классно получилось. Смотрите, сейчас покажу вам. Итак, друзья, собираюсь в очередной поход и хочу вам показать вещи, которые я беру с собой. У меня сиденья в Ниве всегда разложены. Беру я с собой стульчик туристический, спальный мешок, гамак, потому что туда, куда я отправляюсь, не знаю, стоит ли там изба еще или нет. Она была достаточно старенькая. И если ее нет, тогда я буду спать в гамаке под тентом. Рюкзак, к которому я буду крепить все мое добро. И, друзья, хит моего сезона, открытие, самонадувающийся коврик от фирмы Nisus. Тоже туда. Кстати, я хочу вам рассказать про этот коврик, особенно потому, что он стал для меня такой некой нужной вещью, в общем. Вот. Кстати, пишите, я вам могу и про другие вещи рассказать. Вот так вот мы снимаем чехол. Тут у нас ремкомплект есть. Вот. На таких фастексах. Вот такой вот. Открываю клапан. Открываем клапан. Клапан достаточно такой недорогой, простой. И он всасывает в себя воздух и надувается. Какое-то время ему нужно, чтобы надуться. Друзья, размеры его. Длина 190 на 65. И толщина, ну, где-то 8-10 сантиметров, точно не помню, это не важно. Сильно я его не надуваю, потому что будет твердовато. Он надувается твердо, становится твердым. Вот. Как вы видите, друзья, по краям у нас есть клепки. Вот такие вот. С этой так, с этой так. И, соответственно, вы можете, если с кем-то идете, и сделать двухспальный ковер, присоединить, и, ну, и даже трехспальный, и даже четырехспальный, и даже 25-спальный. Можете соединить в ряд. Ну, туристические группы есть разные. Вот. Но ковер классный, на самом деле, обеспечивает очень хорошо уют. Вот. Вот так вот он имеет нижнюю часть с такой пупыркой, с такими точками, чтобы не скользил. Ну, допустим, в палатке или еще где-то. Люди спят по-разному. Нагрузка на этот ковер до 150 килограмм. Ну, я вешу 80 с чем-то. И как бы, ну, он вообще меня удерживает. Его можно, ну, где угодно использовать. Вообще классная штука. Я открыл для себя этот ковер. Я раньше как бы думал, зачем ковры, когда есть коврики там. Ну, сами подумайте, коврик 3-сантиметровый, да? И вот такой вот уютный ковер. Вот, я его теперь беру всегда с собой, когда я могу. Ковер Nisus. Прикольная штука. Все раскручиваем. Вот так вот. А? Феофан, готовщик. Я ее так прям оставлю, пусть остывает. Ага. Вот так пусть остывает, друзья. Все, друзья, хорошо. Итак, друзья, пора заселяться в номер. У нас, значит, что мы имеем? Мы имеем гамак. Вот. Сейчас мы надуем. Откроем самонадувающийся коврик.
ставим. Тут есть такая ниша специально для этих дел. Коврик вот этот туда вставим и посмотрим, как же будет с ковриком. Еще коврик я в таких штуках не использовал. Коврик от фирмы Nisus. Крепкий, хороший. Посмотрим. В избе уже использовал. Посмотрим, как будет здесь. Все, ждем, пока надуется. И устанавливаем наше спальное место. Так, ну что ж, друзья, наш ковер надут. Так, где у нас тут? Итак, друзья, коврик надули. Вот вы еле в это отверстие запихал, вон он там. И, наверное, не сильно я его надул. Ну да ладно, как вышло, так вышло. Теперь, значит, спальник. Так, надо... Где у нас будет голова? Голова у нас будет здесь. А тут все равно, да? Все равно же? Да. Все, так, теперь спальник. Ох, чувствую, он мне сегодня пригодится. Ну что, друзья, вот такая у меня нора. О, буду здесь. Посмотрим, как. Он уже паучара, тут уже он ползет. Ладно, уже вообще стемнеет практически. Итак, друзья, покидаю лагерь ненадолго. У нас вроде бы сработка. Кружок перевернут белым вверх. Сейчас будем смотреть. Нет, не перевернут, блин. Вот, кстати, вот ошибка, да. Я почему-то думал, что белым перевернут. Нет. Ладно. Так, друзья, что у нас тут? Вроде как размоточка, непонятно. Что-то не понимаю. Да, размотка. Да, да. Размотка, но там коряги. И, скорее всего, сейчас у нас будут проблемы с вами. А может быть и не будут. Но, скорее всего, будут, потому что я уже вижу там бревна. И так далее, и тому подобное. О. Смотрите, друзья. Оторвана. Самоловка оторвана. Вот она.
спорить не буду, врать не буду, вернее, друзья. Ну, честно говорю, врать не буду. Здесь у меня снасть не свежая стояла. Ну, то есть, крючки, поводки там и так далее, да? Врать не буду. Ну, вот такие вот дела. Оторвано. Грузило осталось, а именно поводка мы лишились. Так, давайте дальше. Вон, друзья, лагеречек у меня он. И у нас вроде как поклевка. Да. У меня здесь оторвало. И сейчас здесь у нас
Моя жерлица сработанная. Только я не вижу. Я не вижу лески. Я не понял, что, оторвано, что ли? Да ну нафиг! А, не-не-не, господи. Все, уже у меня, уже все у меня. О-о-о-о! Друзья, смотрите, смотрите, что происходит. Ух ты, блин! Ого! Большая, нет? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Опа! Вот это мама. Вот это мама, друзья. Они такие. А чё они такие тут худые и длинные? Друзья, ну дела. Ну щуки здесь, конечно, интересные. Сами увидите, какая-то длинная. Голова большая, сама длинная. Ну тоже килограмма два с чем-то, наверное, такая. Хорошая. Все, жерлицу снимаем. Живцов у меня нет. Да и нет настроения сейчас уже ловить. Подустал я сегодня. Ну хорошо, отработала. Здесь у меня был кружок. Его сорвало, а потом вот так вот получилось. Друзья, такой крокодил у нас. Нас порадовал все-таки. Так, чего там у нас? Почему-то дымит. Ладно, теперь чистим рыбу. Ну что ж, друзья, 12 час ночи. У нас вот так вот светло. Проехала вокруг. Проверил, поймал еще щуку где-то кило 200, где-то 2500, где-то около того. Вон голову даже повесил, вон там. Пусть висит здесь как трофей. Вот, почистил, засолил. Костерочек такой небольшой. Место приготовил, вон чайка летит. Они меня отгоняют почему-то, гоняют. Вот, похолодало прилично, я так уже начинаю замерзать. Скорее бы в спальник залезть. Ну и все, скоро буду спать. Ладно, давайте уже до завтра, если ничего не случится. У меня вот такой сигнал охотника. Вот, с зарядами. Если что, будем пулять. Все-таки на острове все равно как-то кажется побезопаснее. Хотя, если кто-то захочет меня достать, он достанет. Все, друзья, устал, буду отдыхать. Ну что ж, друзья, хотел еще покемарить, поспать. Но вот та вот тучильда, огромная туча, заставляет меня принимать решение выходить. Время 8 утра. Начнем сейчас рыбалку. Опа. Вот так вот из моего люкса. Господи, какая туча, я перепутал, это не то. Это не туча, это такое небо. Вот такое вот озерко у нас. Ну, вообще нормально. Выжили как-то. Ночку провели. Жарко пипец. Итак, друзья, сел уже в транспортное средство. Сейчас поедем налево сначала, потом направо. Вчера ветер был в ту сторону, сегодня сюда. Кружки поработали в одну сторону, потом в другую.
Приходится, конечно. Ну ладно, погнали. Смотрим. Вот окушочек у нас, пожалуйста. Тоже небольшой. Просто пару-тройку забросов. Хищник себя не проявляет. Идем дальше. Вот. Окунь догоняет, он хватает, но... Нам такие не нужны. О, это неплохой экземплярчик. Это неплохой. Ладно, отправляемся дальше. Посмотрели здесь, в этой загубинке, кто здесь есть, кого здесь нет. Так, друзья, у нас перевернутый кружочек. В берегу стоит. Сдернуто, но не вымотано. А, вон, зацеплено. Но ничего нет. Ну и нормально. Всех щук не вытянешь. Да ну нафиг, друзья, оторвано тоже. Я не пойму, почему. Не оторвано. Все, уже. Врушка. Я фан вам врать захотел. Живца украла. Что ж, друзья, у нас вон кружочек вымотанный. Ну что, есть щука, хочу сказать, в этом озере. Неплохо себя проявляет. Щука, это... А, живец еще живой. Сейчас мы его... Беги, братан. Нет, друзья, тоже пока ничего. А там у нас что-то интересное. Кружок прям затянут на берег. Непонятно. Какая-то здоровая щукарза. Фух. А, он тут коряги. 5 сейчас будет. Стоять. Так. А, нет, тоже вон. Зафигарила и бросила. Ну что ж, друзья, есть у нас поклевочка. Скорее всего, это мелкая щука, которую здесь и брала в прошлый раз. Вон самоловочка у нас сработана. Смотрю, намотала, замотала. Вот так это выглядит.
Вот она, друзья. Оторвала, замотала и оторвала. Я не знаю, я навряд ли мне кажется, что здесь щука прям такая, какая-то огромная. Просто, видать, у меня снасти такие, может. Веревка не совсем толстая. Не знаю. Какой раз уже? Что ж, друзья, вон у нас кружочек. Может, щука? Все-таки. Перевернутый, не знаю, может, ветром сдул. Сейчас посмотрим. А, просто, да. Сдуло ветром. Ну ничего. Вот, друзья, тут у нас интересная история. Правда, затянуло в коряге. Опачки. Так. Ага. Опа, есть, 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 есть. Щуреночек маленький. А что ж ты будешь делать? Отпусти, не ссы, не ссы. Не бойся, не бойся. Друзья, маленький щуреночек. Ну, ничего. Дал нам надежду, что вдруг там рыбка какая-то большая. Ну, щука есть, что сказать. Есть, хорошее озеро уже. Уже я познакомился, понятно. Вот уж. Ага, ага. Ух ты. Что ж такое-то, а? Ну что ж, друзья, вон у нас опять там. Жерличка сработала. Моя самоловочка самоделочная. Сейчас будем смотреть. Надеемся, что будет хорошая щука. Вот хочется прям такую, знаете, хорошенькую такую. Ну, килограмм на 6 где-то вот такой вот. Без сачка как раз. Как бы, чтобы тут коряк не было, вот в чем дело. Зацеп. Это, друзья, вот такое озеро. А, не, она вон зацепила и бросила.
Пробуем веслом. Ну что ж, друзья, проверил, я снял все свои жерлицы, все свои самоловочки. Много было оторванных, много порванных, много распущенных. Вот, но результат такой. Маленькую щучку сегодня я взял и небольшого окунька поймал на спиннинг. Сейчас грузимся, собираемся, грузимся и уже домой, к семье. Спасибо огромное за то, что смотрели. Здоровья вам, ручки в ножки, туда трошки. Не ставьте лайки, не подписывайтесь, друзья.